Спасатель проводится в Нефтеюганске впервые. Участниками соревнований стали школьники до 10 лет. Ребятам предстояло пройти 3 зачетных рубежа. Все они состоят из элементов спасательной подготовки. Бросок кольца утопающему, преодоление заболоченного участка, установка и сбор палатки. Чем раньше они освоят это, тем лучше, потому что оно уже у них будет, эти знания, умения, они будут как-то уже на уровне моторной памяти. То есть они уже не задумываясь будут это делать, когда это потребуется. Младшие школьники долго готовились к этим соревнованиям. На тренировках получали знания. Сегодня пришла пора их продемонстрировать. Волновались больше не за исполнение, а за дебют команды. Когда пришел, было немного страшно. Не знаю, потому что я тут первый раз тренируюсь не в первый, а вот соревнования в первый раз. Марш-бросок, пятерка смелых, следующий зачетный рубеж. Здесь будущие спасатели должны были преодолеть своеобразную полосу препятствий. Осложнялось задание внезапным вопросом судьи, как оказать первую медицинскую помощь. Небольшое кровотечение, небольшая царапина. Как бы перекись водорода, потом стерильная салфетка, потом бинт. Одним из самых непростых испытаний стала веревочная полоса препятствий, причем совсем не упрощенная, со страховочным тросом и качающимися бревнами. Самое сложное – это было бревно. Почему? Не знаю, оно все время качалось, очень трудно было. На протяжении учебного года в Нефтеюганске пройдут еще 2 этапа соревнований. Пробовать себя в роли спасателей будут ребята постарше. Для них задания станут сложнее. Организаторы планируют добавить рубежи военной тематики. Кристина Кучерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».